Всем приветики, с вами Натали. Сегодня я буду распаковывать посылочки с AliExpress. У меня здесь на полу лежит несколько коробчонок и пакетиков. И сейчас мы приступим. Ссылочки я все постараюсь оставить в описании этого видео на товары. Если вы любите распаковки и хотите их больше, то поддержите меня лайком, 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 ну и подпиской на канал. Первая посылочка. Она гремучая, и я подозреваю, что это такое. Скорее всего, мне пришли мои гирлянды, которые я заказывала на Хэллоуин, и, конечно же, они пришли ко мне после Хэллоуина. Сейчас посмотрим, права я или нет. Я так надеялась, я даже пошла в день, когда мы отмечали с друзьями Хэллоуин, я даже пошла в этот день на почту, такая, ну, может быть, все-таки, ну, в последний день, ну, ведь должны. Нет. Да, это они. У-ху, ура! Но это на следующий год, значит. Итак, первые. Блин, на фотке они, конечно, круче были. Вау, а что, как много? В кавычках. Эдакие действительно Карлсоны. Ну и здесь нужно всунуть две батареечки, чтобы у вас все это заработало. И будут гореть у вас привиденницы. Что-то их как-то не очень много, конечно. Вторая коробчонка. Во второй коробчонке как раз те гирлянды, которые я очень сильно хотела на Хэллоуин. Прям очень сильно. Конечно же, это тыковки. Выглядят они очень красиво. Они качественнее, кстати, чем привидения. Они очень яркие, сочные. Думаю, что будут здорово смотреться в темноте, создавать такой уют. Но воспользоваться, к сожалению, я смогу ими уже в следующем году. Но я все равно оставлю ссылки, вдруг вы все равно захотите заказать уже на следующий год. Открываем вот такой зеленый пакетик. Что же там у меня может находиться? Так, аккуратненько. Так, здесь у нас все в пленочке, в пупырчатой. Так, это что? Это пришла мне моя маска в стиле стимпанк. Я заказала ее для фотографий, для каких-нибудь интересных образов. Да нет, вроде особо не воняет. Посмотрите на нее. Она напоминает мне игру Mortal Kombat. По-моему, там у кого-то была подобная маска в этой игре. Честно говоря, не помню. Вот здесь шестеренки. И, как вы поняли, надевается это вот на резинке, вот так вот, сюда. Надо ее, конечно, немножечко, наверное, простернуть, потому что я немножечко боюсь, вдруг здесь какие-нибудь микробы, и у меня вылезет прыщ. Мы идем дальше. Такая мягкая посылка. Что здесь у нас внутри? Открываем. Ой, это мышь на управлении для кошки. И что-то еще, подождите, подождите, сейчас. Я заказала вот такой вот домик. Так как у нас морская свинка умерла, конечно, я хотела для морской свинки этот домик. Но я думаю, что его оценит и хомячок, возможно, возможно. Сюда идет также подушечка, то есть это как бы кроватка для грызунов. Для шиншилл она будет маловато, понятное дело, маловато. Но я думаю, что вот хомячок, может быть, оценит. Выглядит это как будто жирафик. И также здесь есть мышь на управлении. Мышь настолько огромная, что... И она такая черная, аж даже страшная, как будто мышь смерти, серьезно. Я боюсь, что моя кошка может ее испугаться и на нее никак не отреагировать. Собственно, сам пульт управления идет в наборе. Сюда нужно поставить батарейки, зарядить их сначала. И да, кстати, если вы хотите посмотреть, как моя кошка реагирует на эту мышь, то заходите в описание видео, там есть ссылка на наш канал о животных. Я обязательно сниму такое видео, где мы протестируем вместе с моей кошарочкой эту мышку и посмотрим, понравилась она ей или нет, как она вообще на нее отреагировала, полюбила ее. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, мы будем рады всем новым подписчикам. Мы идем дальше, это вот такая большая посылка. Давайте откроем. Здесь, по-моему, какие-то игрушки, но я, честно говоря, даже не помню, что заказывала, потому что я заказываю очень много всего с AliExpress. Ой, мама. Это подушки мои пришли, по-моему. Вот так это все выглядит, как будто большой ком. И здесь, по-моему, три подушки. С первой я вообще очень сильно ржала, потому что это большая, королевская, я бы сказала, гигантелская просто креветка. И это подушка под шею. Ну, то есть ее можно брать там в полеты, на дальнюю дорогу, когда вы куда-то едете, положили под головку и спите, дремлете. Вот, она классно передает сочную и очень вкусную креветку. Следующая подушечка у меня немножечко помялась, но я надеюсь, что она отлежится и придет в норму. Это подушка в виде кирпича. Ну, вы понимаете, как бы. Это на самом деле типа подушка-пранк, ну, мол, вы там в школе или... В лицее, в колледже захотели подремать, такие,
и на кирпичик. Ложитесь спать прямо на парте. Ну и последняя, третья подушка из этой посылки, это попка Вельшкорги. Тин-тин-тин. Так, ой, мама, лучше этого не видеть. В общем, она очень мягенькая, приятная, прям даже такая нежная, я бы сказала. Знаете, трогаешь прям собачью попу. И думаю, что она удобна, если вы хотите днем немножечко вздремнуть на попке собачки. Почему бы и нет? Она, правда, тоже немножечко помялась, но я думаю, что она отлежится и придет в норму. Ну и последняя посылка. Это вот такая большая коробка. Ребят, я хочу вам сказать то, что это вещи, которые мне пришли на отдельный обзор от кое-какого китайского магазина. Поэтому, да, ставьте палец вверх. И я постараюсь снять это видео как можно скорее. Это будет не просто распаковка, это будет именно полноценный обзор, где я вам все покажу, расскажу, протестирую. Поэтому на этом выпуске я буду заканчивать. Я жду новых посылок, мне должно их прийти очень-очень много. И, конечно же, я буду заказывать в день распродажи себе тоже много всего, уже накидала в корзину. Вот, напишите в комментарии, что вы последний раз заказывали с AliExpress, и вообще, часто ли вы делаете там покупки? Будет очень интересно почитать. Все, на этом буду с вами прощаться. Пока-пока!